Это еще не все новости. Далее моя коллега коротко расскажет о других событиях региона. На Сахалине нашли небезопасные продукты. В двух партиях яиц из Алтайского края при исследованиях обнаружили кишечную палочку. А в трех партиях охлажденной горбуши, добытой в реке Паранай, озерах Тунайча и Невская, личинки гельминтов. Об этом говорится в исследовании подведомственного учреждения Россельхознадзора. Сахалинские спасатели тренировались в спелеологии. 4 дня сотрудники отряда имени Полякова работали на горе Вайда в Смирдуховском районе, в пещере Каскадная. Она вторая по глубине на Дальнем Востоке – 123 метра. Работники МЧС отрабатывали эвакуацию на поверхность пострадавшего. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась фотовыставка «Музыка танца». В ней представлены изображения памятных монет из драгоценных металлов, посвященных танцам и музыке. Их создают специальные художники-медальеры. Экспозиция будет доступна до 27 октября. Региональные соревнования и спортивный фестиваль по чирспорту прошли в Южно-Сахалинске. Звания сильнейших оспаривали более 90 спортсменов из Ахи, Паранайска, Невельска, Холмска, Корсакова и областного центра. Они состязались в разных дисциплинах в нескольких возрастных категориях.